Так, здравствуйте, видеообзор на сотовый телефон Samsung A20. Внешнее состояние. Крышка отходит, телефон немного гнутый. Экран разбит. Он без комплекта. Зарегистрировали отпечаток пальца, проверяем работоспособность. Отпечаток работает, проверяем Face ID. Face ID работает, все отлично. Проверка работоспособности камеры, то есть есть помутнение на свет, как-то реагирует. Пятном идет, меняется пятно. Фронтальная камера работает без проблем. Установлены у нас две сим-карты. Обе сим-карты работают с поддержкой LTE. Учетных записей ничего нет. Телефон сброшен на заводские настройки. Телефон заряжали, заряд держит нормально. Мы его 10 минут настраивали, за 10 минут он у нас 1% потерял. Динамики в порядке. Wi-Fi подключен, также работает нормально. Со звуком тоже все хорошо.